23-летняя Даяна Сапарбаева из Шымкента. В копилке особенной спортсменки десятки золотых медалей с международных соревнований. Мой коллега Шудин Саидов встретился с солнечной чемпионкой. Руки не отпускай, держи. Угу. Давай, вот сюда. Раз. Угу. И вот сюда. Два. Ага. Хук слева и удар ногой. Тренер показывает Даяне Сапарбаевой технику ведения боя. Девушка 8 лет занимается карате, тренируется с обычными подростками и добилась больших результатов. И это несмотря на то, что Даяна родилась с синдромом Дауна. Раз, не торопись. И передняя нога по вашей левой. Да, надо выше. Показатели у Даяны высокие. За 8 лет тренировок девушка стала двукратной чемпионкой мира по пара-карате. На последних соревнованиях забрала главную медаль. Люблю карате, на мастер спорта. Тренер рассказывает, когда родители привели девочку в зал, она передвигалась трудом. Во время тренировок противилась, результатов не было. Но Гульнара Тулигенова решила возить ее просто на чемпионаты, чтобы дать мотивацию. Спустя время солнечная девочка стала лучшей в мире. Молодец, хорошо, молодец. Раньше она не участвовала в соревнованиях, так как успеха добиться с такими детьми очень сложно. Но она ездила с нами на соревнования, и мы считали ее своим талисманом. Проходил всемирный чемпионат по эксклюзивному карате, куда входила программа по пара-карате. Там участвовала наша Даяна. Она заняла первое место. Я считаю, что это очень хороший успех, так как присутствовали спортсмены, паракаратисты с 9 стран мира. У Даяны плотный график, 4 тренировки в неделю, специальное обучение и рисование. Девочка оказалась талантлива не только в спорте, но и в рисовании. Ее работы уже отправили на несколько международных конкурсов. Она рисует то, что видит солнечный человек. Шудин Саидов, Талгат Абдинабиев, Абзал Турабеков, Жибек Жылы, Шымкент.